знаете, во что только не заставляли поверить наивных зрителей наши поп-звезды. Самое удивительное, что наш народ верит решительно всему. В их романы, доброту, милосердие. Да-да-да, верит в количество лайков в Инстаграме, просмотров в Ютубе. Ну или фантастическому международному успеху. И именно поэтому, мне кажется, многие артисты пишут свои имена на английском языке. А ты знаешь, нашему следующему гостю впору писать свое имя на китайском, потому что именно в Китае он сейчас собирает целые стадионы. И это чистая правда. А когда-то его поклонники верили, что он дышит с помощью жабр, но это на самом деле неправда. Хочу вас разуверить. Ну что же, давайте не будем томить, а просто встретим любимого артиста Витас! И шоу-балет Аллы Духовой «Тодес».
Дорогие друзья, специальный приз звуковой дорожки за беспрецедентный международный успех и популяризацию российской поп-музыки за рубежом вручается Витасу как человеку, который покорил миллиардный Китай. Огромное спасибо, но слава богу, что на сегодняшний день у меня есть возможность реализовывать свои творческие способности на таком высоком международном уровне. И, кстати, есть очень маленький интересный факт. Первая статья обо мне вышла в 1999 году в газете «Московский комсомолец». Артур, спасибо огромное. Тогда ты еще был с жабрами.